Всем привет! Сегодня у нас насыщенный день. С утра заехали на выставку домов недалеко от нашей работы посмотреть новые дома. Далее поедем в центр погулять и поесть мороженого. И еще планировали зайти в очень классный ресторан. Обязательно досмотрите видео до конца. Это твои два. Ты настолько любишь, что их покупаешь сразу по два. Это твои два. Вот, видели, сколько мороженого? Сиренская наебалова. Ага. Один шарик, а там все пусто. И причем пусто сантиметров, наверное, 5. Это стоит 100 рублей. Да. А вот и очередь за мороженым. Все приехали с голодного края. Вот и сам там стоял. Вот прям тут. Сам только что стоял там. Здесь хороший можно бизнес делать. Покупать мороженку за 100 рублей, а в конце очереди продавать по 130 рублей или по 105 рублей. По 120. Ну или по 120, 110. Да. Ну то очереди стоять не надо. Причем такие очереди везде, на каждой этой. На каждом этаже. Единственное, что на каждой линии. Единственное, что не на каждой линии есть определенный вкус мороженого. Вот здесь вишня был вкус. На второй и на третьей линии вишни не было. Сама такая херня может проявить в ресторане возле Красной площади. Муха залетела и села на еду. Нам еще Пасху принесли. Катя сказала, это хлеб местного производства. Масло. Они даже вешают. У меня пока руки грязные.
Опять это муха. Давай эту варку снимать. Все. А дальше ты сам можешь. Как ты? Хоро угорай. Жесть, блядь. Мужка, блядь. Вот он вам, блядь, ресторан в Москве. Сука, еще и муха, блядь. Чего тут еще ждать? Тараканов еще нет. Я уже не хочу, честно, здесь хлеб. Чуть ли надеялся уже. Попросим вынести. Господи, боже мой. Невероятно нежный крем, слегка клубника, очень вкусно.